Да, не Пугачёва. Чемпионом ты становится не в тот момент, когда ты стоишь на пьедестале и тебе вешают медаль. Чемпионом становится в тот момент, когда ты совершаешь 100 неудачных попыток и готов совершить 101-ю. Нужно просто вставать, совершать море ошибок на своем пути, но главное — идти вперед. Это и есть движение к успеху.